Добрый день, друзья. После обновления антивируса выскочило сообщение, этот продукт более не будет поддерживаться в нашей операционной системе Microsoft Windows 7, и защита устройства скоро прекратится. Как видите, установлена версия 12.2. При попытке обновить данный антивирус до 14 версии, выскакивает сообщение, что антивирус более не поддерживается на этой версии Microsoft Windows. В данном случае у нас Windows 7 домашняя, 32-разрядная. ESET предлагает нам следующие варианты решения проблемы. Необходимо установить два обновления. Это KB44-744-19 и KB44-906-28. Кликаем по ссылке, чтобы перейти на сайт компании Microsoft, чтобы установить данные обновления. Нам предлагается два метода. Первый – это обновление в автоматическом режиме, второй – ручной. Мы выбираем ручной. В списке находим нашу операционную систему. Это обновление системы безопасности Windows 7 для систем на базе процессоров x86. Если у вас 64-разрядная, то выбираем для процессоров на базе x64. Повторяем для второго обновления. Переходим в каталог и скачиваем обновление KB44-906-28 для систем на базе процессоров x86. Вот наше обновление, давайте их установим. Запускаем обновление KB44-744-19 на установку. Соглашаемся на установку обновления. И ожидаем завершения установки. После установки первого обновления приступаем к установке второго. И проделаем те же самые действия для второго обновления. После установки обновлений перезагружаем компьютер. После перезагрузки пробуем установить уже 14-ю версию антивируса. Как видите, можем уже установить последнюю версию. Принимаем все условия и ожидаем завершения установки. Установка завершена. Убеждаемся, что у нас все работает и у нас установлена 14-я версия. Спасибо, что досмотрели данное видео до конца. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, оставляйте свои вопросы в комментариях. Всем бессиннего экрана.